Первый удар по мячу, и игра началась. Состав команды хозяев на экране. На острие атаки тройка нападающих. Это всегда опасно. Сдержать их натиск, Георгий, будет очень непросто. И мяч оказывается у голкипера. Тут может что-то получиться. Отличный навес. Этот навес не проходит. Дэниел Старич. Опасно. Гол. Быстрый гол. Это всегда интересно. Это всегда весело. Особенно, когда он забит после первого же удара по ворот. Вот что значит попасть в створ ворот и дать шанс вратарю ошибиться. Пожалуйста, гол. Мяч уходил в левую. Соси хуй, блядь, хуйло задоначенное, блядь, лагерная долбоюбина, блядь. В этом матче был забит на 7-й минуте. Тьяго. Может получиться интересная атака. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Мюллер! Прямо над перекладиной мяч летит. Дэниел Старич. Уолкот. Дэниел Старич. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Роберт Левандовский идет вперед с мячом. Обамиян. И это Роберт Левандовский. Видаль. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Артуру Видаль. Томас Мюллер. Вот это спасение. Ждем угловую. Никаких дивидендов атакующей стороне этот угловой не принес. Хорош вратарь. Уолкот. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И тут опасно! До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Педро. Дэниел Старич. Терпеливо ждут они своего шанса. Мяч летит в сторону ворот. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Лам. У него сегодня, кстати, день рождения. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Тьяго! Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Защита надежно играет, мяч отобран. Роберто Фермино. Дэниел Старич. Отличный перехват. Это Томас Мюллер. Пока неплохо. Дэниел Старич. Вратарь забирает мяч. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз.
Отличный удар. Невероятное спасение. Мяч за пределами поля, угловой. Педро. Удар! Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи ему. Левандовский. Много внимания будет сегодня уделено Левандовски. Неординарный футболист, от которого всегда можно ждать яркого и запоминающегося матча. Для центральных защитников всегда большая проблема держать его. Левандовски много маневрирует, заставляя их ошибаться при передаче опеки. Видаль. Легко прошел он соперника. Из этой атаки может получиться что? Абамиян! И все прахом. Да, все усилия, вся эта атака, весь этот момент. Старались, создавали что-то, и все теперь можно умножить на ноль. Не забивает игрок, и, к сожалению, его команда продолжает проигрывать. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Посмотрим за этой атакой. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на... Решил пробить! Отличный сейв вратаря! Судья добавляет 3 минуты. Томас Мюллер. Левандовский. Роберт Левандовский. Может получиться интересная атака. Обостряющий пас. Будет момент! Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Отобран мяч, надо возвращаться. Заканчивается первый тайм. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Роберт Левандовский идет вперед с мячом. Прекрасный пас. Опасно, может быть. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Судья позволяет продолжить атаку. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Лам. Филипп Лам, тот, кого ставит в пример другим. Безупречная репутация и на поле, и за его пределами. Защитник с первым пасом – это вообще находка для команды. Выбраться из-под прессинга, связать оборону и нападение. Абамиян! Ну что, сумеют ли они отыграться с этого углового? Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Сталич. Дэниел Сталич. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Видаль. Левандовский. Старич. Дэниел Старич. Педро. Тьяго. Левандовский. Роберт Левандовский. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Пьер-Эмерик Обамейян. Отлично задумал. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Это может быть опасная атака. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Роберто Фермин. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Томас Мюллер. Дуглас Коста. Роберто Фермин.
продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? И вот потери в центре поля. Хумельс. Видаль. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Левандовский. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Ну, голкипер сегодня красавец. Он сегодня не пробивает. Поровну команды владеют мячом, да и игра примерно равна. С тобой трудно не согласиться, Георгий. Пока неплохо. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Педро. Сталич. Очередной точный пас в его исполнении. Отличный чистый отбор. Роберт Левандовский ведет своих партнеров в атаку. Пошли последние 15 минут. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз радуется, что, к сожалению, в наше время не о каждой команде можно сказать. Видаль! Невероятное спасение! Это угловой. Вот это! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Ничего не ясно. Голы еще будут. Это я вам гарантирую. Жоэль Матип. Уолкотт. Роберто Фирмино. Дэниел Старидж. Все верно. Края надо чаще задействовать. Педро. Великолепная игра в пас. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный пас в разрез. Защита надежно играет. Мяч отобран. Видаль. Тиаго Алькантара. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Все видел Томас Мюллер. Мяч у него. Может получиться интересная атака. Роберт Левандовский. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Ну, вратарь сегодня играет просто феноменально. Спасает раз за разом. Жером Буатен. Невероятная развязка. Они вырывают ничью буквально на флажке этой встречи. Но не будем торопиться. Есть еще время. И может еще один мяч влететь в ворота. Ну вот же оно. Есть счастье в этой жизни. Есть в этом мире место чудесам. Да, защитники, похоже, уже слишком уверовали в победу. И расплата не заставила себя долго. Волко. Хороший удар. Но каков защитник, а? Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Мяч у защитника. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Артуру Видаль. Матч окончен. Ничья. 1-1. Все. Отличный навес. Этот навес не проходит.
команды начинают эту игру. Поехали. И мы видим графику с составом команды хозяев поля. Плотная передняя линия будет оказывать на соперника сильное давление. И главное тут выстоять в первые минуты. Муса. Отлично сыграно, надо решать. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Великолепный пас. И пробил. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ахмед Муса. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Есть шанс выйти вперед! Это момент! Гол! И даже на повторе до последнего момента не верится, что мяч все-таки попадет в ворота. Шансов здесь у вратаря было немного. Пробил он здорово и прямо по центру вход перехватил. Первый гол был забит по истечении 10 минут матча. Атака остановлена, но кто получит мяч? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасная атака. Миши Батшуаи. Росс Баркли. Альберто Морено. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Ахмед Муса. Тут защита справляется. Потеря мяча. Жуэль Матип. Чемберлен. Это может быть опасно. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Великолепный. Отличный удар. Великолепный гол. Мяч попадает в правый угол ворот. И здесь вратарь свою команду выручил. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Росс Баркли. Миши Батшуаи. Может получиться интересная атака. Чемберлен. Мяч в воротах. И это гол. Низом пробил. Не смог парировать вратарь этот удар. Ну что же, разрыв растет. И это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. Команда сегодня забивает много. Уже 3-0 счет. И матч еще не закончен. Муса. Альберто Морено. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Прижали соперника к воротам и ждут.